это повторение Манкарайи, и повторение, ну это и в поучениях Саагасты написано, так и везде. Однако, здесь есть важный нюанс, что, допустим, когда Раян Правеслав объяснял мне, что такое Манкарайя, он объяснял правильно, вот как оно и имеется в виду в рахманской традиции, что это процесс направления сознания кра. А большинство нынешних людей, когда им объясняют, что такое Манкарайя, они ведут параллель к индусским мантрам, к кришнаизму, и думают, что Манкарайя, или даже к христианским молитвам, и думают, что Манкарайя — это просто повторение звуков, повторение в плане звукового произношения, как повторение. А здесь имеется в виду повторение, как повторение осмысления, переосмысления, перепродумывания, вспоминание, осознание, переосознание, вытягивание дополнительных граней из присутствующих знаний о Всевышнем. То есть при повторении САУ мы сразу должны осознавать все огненные, творящие аспекты Всевышнего. При повторении РА мы должны понимать его как в центре мироздания, так в каждом атоме, так в духовном мире, как источника всех искр. Так понимать, что от его имени РА произошло слово «радость», «рассвет» и много других слов. Все слова, которые мы знаем, Украина, понимать соотношение этих слов, взаимодействие. И дальше понимать, почему именно так, почему Саура, почему, причем здесь Сварах, причем здесь Световидх, причем здесь Сурья, Вышний во всех значениях этого слова, на вершине Аватара, выше которого нет никого и так далее и тому подобное. Мы все это должны осознавать и осмыслять. И переосмысление всех знаний о Всевышнем, это и является, собственно, повторением Манкарайи. А для этого сознание должно быть направлено и внимание должно быть собрано на том, на чем нужно. А для этого внимание должно быть собрано. А для этого процесс поиска инопланетных окурков должен быть остановлен. И телепортирующихся свечей. А что все-таки? Ну, это я Датаяру напоминаю о том, что мы как-то с ним говорили. Ну, когда я давал Датаяру и Караславу данные о мантре пречистой свечи, я у Датаяра спросил, как он думает, какое событие у меня недавно случилось, связанное со свечами. И Датаяр говорит, ну что, наверное, свечи телепортировались. Не так было сказано. Ну, уточни тогда. Та не важливо, просто. Ні, ну почему, уточні. Ну що, хтось, а я вже сам не пам'ятаю, матеріалізувавшись. Ну це ти сказав, так. Да. Однако я не спрашивал, матеріалізував хто-то. Я не розумію, з чого це взялось. Лежали свечи. І я говорю, що у мене цікавого з ними зв'язаного случилось? Ну, здалося, що це було б цікаво. Я їй сказав, що отак. Ну, однако, с какой стати? Как правило, в повседневной жизни таких экстраординарных явлений не происходит. Ну так вони и не цікаві. Нет, как раз именно они интересны. Как раз именно разбирать аспекты того, почему твое сознание глючит, и сознание других людей, это намного интереснее, чем если бы свечки мне тут на каждом шагу телепортировались. Это было вообще неинтересно. Ну так до чого це? Ти спитав, що цікаво. Мені здалося, щоб це було б цікаво. Тому я й висловив таке припущення, розуміючи, що в принципі, ну, будь-яке з інших припущення стільки ж вірогідно, як і це. Не согласен. Это менее вероятно. И как-то все-таки... Ну, добре, але з цікавих мені особисто воно найбільше вірогідно. Значит, тогда нужно проапгрейдить твои понятия интересности. А якими вони повинні? Интересность – то, что помогает развивать сознание. Все, что помогает развивать сознание, интересно. Хіба розгляд багатьох варіантів можливостей розвитку подій не є розвитком? Смотря каких варіантов. Когда у тебя есть неизвестность, а ум ар-асия, ты фантазируешь о телепортации свечей, это совсем не интересно. Вот если бы, допустим, на основании знаний а ум ар-асии гипотезировать, какими могли быть версии а ум ар-асии в таком племени, в другом племени, в том народе, в этом народе, в том культе, в той династии, в том народном союзе, в том государстве. Причем ты мог бы как? С одной стороны, пользоваться ведическими данными, где список а ум ар-асии
Персії, которое использовал союз лютачей такого-то столетия. И видишь, там столько-то знак. Потом мог бы читать из официальных источников, а что в официальных западных источниках известно о лютачах тех времен. И пытаться понять, построить все вот эти образные соотношения, каким путем данное строение основной письменности, основного разновидности Аум-Ар-Аси, которую они использовали, соотносится с теми особенностями сознания, которые у них были. Как это соотносится с языком, с особенностями языка, с особенностями произношения, с особенностями расширения или сокращения слов, которые они использовали. То есть есть то, что осмыслять в действительности нужно. Так же. А с другой стороны, можно сесть и медитировать, а какого цвета блохи у какой-то неведомой зверюшки на 45-й планете, 30-й галактике, где-то там. Так же. И зачем та зверюшка? Зачем ее блохи? Это та частина досвіду, в будь-якому разі, яку я отримую за це життя, і в кінці-кінці всі ж іскри будуть, ну, якби обмінюватися цим всім досвідом. Опять двойственность, опять неправильное понимание концепции иллюзорности. Объясняется, что с одной стороны, да, мы должны понимать, что все вокруг иллюзорно, но мы в этой иллюзорности воплотились и имеем определенное понятие, которое называется дхарма, то есть предписанные обязанности. И мы должны эти предписанные обязанности неукоснительно исполнять. И все, что нам должно быть интересно, важно, это то, что входит в понятие дхарма. Все, что не входит в понятие дхарма, оно не надо, оно, можем считать, что этого вообще нету, как бы оно не... Так как до конца зрозуміти, яка твоя дхарма? Просто взять и понять. Смотри, ты воплощен на Украине, так? Или как? Воплощен. Воплощен на Украине, значит, должен заниматься возрождением Украины, так или как? Так. Вот. Для возрождения Украины что необходимо? Підняття рівня усвідомленості. Для поднятия уровня осознанности необходимо в первую очередь свой уровень поднять до той степени, до которой это максимально возможно. Ну хотя даже можно не до той степени, до которой максимально возможно, можно поднять всего лишь на несколько показателей относительно общего уровня, чтобы быть ближе к общей массе, так сказать, и не отрываться от них на слишком большие отрывы. Тогда им даже будет более заметно, что ты выше их, потому что, как бы, образно говоря, будут видеть твои пятки над своими головами. Но если слишком высоко подняться, они уже могут не замечать, высоко или невысоко. Однако все равно это нужно развиться лучше, чем они. Кроме того, для развития Украины, для сохранения ведических знаний необходимо переводить ведические тексты. Переводить ведические тексты необходимо, во-первых, для того, чтобы осуществлялась проповедь, ну, чтобы было что проповедовать. Во-вторых, для того, чтобы помогать людям. Вот, к примеру, в Ведах есть куча текстов, где описано, как лечить, как то, как все. И, возможно, есть тексты, используя наставления которых, можно было бы легче, чем трение пальцев, излечить твои вопросы с ушами. Но проблема в том, что я эти тексты не читал, а перечитывать все эти тексты можно несколько месяцев и в результате не найти того, что надо. Потому что оно может быть в еще каком-то тексте. Поэтому все ведические тексты должны быть переведены. Для того, чтобы их можно было изучать, они должны быть систематизированы. Они должны быть сведены до такого программного состояния, чтобы была некая электронная библиотека, и там можно было проводить поиск по словам, поиск по датам, поиск по понятиям, поиск по областям знания и так далее. Чтобы человек, даже если он не знает, что такое дхарма, но хочет быть счастливым, вводит вопрос, как быть счастливым. И ему выходит целая статья огромная, где описано, что такое дхарма и как ей следовать. А дальше, чтобы следовать дхарме, выходят ссылки на статьи по 9 основам и так дальше. То есть все эти тексты нужно создать. Для того, чтобы их создать, их нужно перевести с древних текстов. Для того, чтобы переводить древние тексты, нужно знать язык. Поэтому ничего важнее Аум Ар-Аси нету. Так же, или как? Да, но получается, что есть еще быт и есть еще всякое. Ну, быт, но, к примеру, можно же этот быт постараться максимально ужать, ну, да, до того, чтобы... Ну вот сейчас тебе мешает не только быт, а еще какие-то непонятные штуки. Ну и их я тоже пытаюсь... Ну вот эти семечки. Которые...
А вот вместо этих семечек четки они принесли бы больше пользы, так же, Жарика? Ну, не знаю. Ну, просто как, не четками знаешь? Ходить что-то. Повторять манкараю. Что это, плохо или что? Ну так почему бы не делать? Почему? Вот даже та же самая Ольга, которую я многократно критиковал, я очень рад, что она даже когда выходит на улицу, несмотря на то, что у нее есть суицидальные мысли и куча всякой заразы в голове, но она часто повторяет манкараю, у нее в кармане четки, у нее часто в руках четки. И как бы там ни было, все равно она развивается. Все равно даже с вот этой своей суицидальной глючатиной, ну, может, ее, допустим, не пустят в духовный мир, но, по крайней мере, чуть выше возьмут. Да, она и там суицидальность будет распространять, но все равно это хоть какое-то развитие. А может быть, она в действительности со временем отрешится от всей этой суицидальной заразы и направится ко Всевышнему как следует. Но она делает, по крайней мере, попытки, она постоянно повторяет манкараю. А почему бы тебе такое не делать, а? Ну, я про себя часто повторяю. А про тебя там не написано. Да, и к тому же мы разбирали этот вопрос, что при повторении на четках задействуются еще и руки. И это важнее, чем просто мысленно, когда у тебя куча мыслей, и в хаосе вот этих мыслей где-нибудь там два слова «саура-саура» выпрыгивают. Этого не должно быть. Оно должно, ну, вообще, если желательно голос повторять, но даже если повторять не в голос, однако так настроиться, как будто бы ты это повторяешь в голос. И тогда ты как будто бы повторяешь в голос с одной стороны, и хоть уши не задействуются, но задействуется восприятие звуковое даже отчасти. Если ты на четках повторяешь, постоянно пальцы перебирают, и постепенно у тебя уже даже ассоциативная память включается. Ты уже просто берешь четки, и у тебя включаются все эти данные манкараи, которые ты нарабатывал в прошлый раз. Это как некий аркан. Это важное, нужное явление. Четки необходимы тебе просто. Можешь ли ты это опровергнуть? Датаяры. Ну, у меня нет ведомости, чтобы это опровергнуть. Когда у тебя будут четки?